В ноябре минувшего года стало известно о том, что пилот программы SMP Racing Роберт Шварцман проведет сезон 2020 года в Формуле 2. Сейчас спортсмен усиленно готовится к чемпионату. План его тренировок включает в себя физические упражнения в тренажерном зале, работу на симуляторе и даже ментальную практику. Ментальные тренировки, чтобы, можно сказать, в плане, когда будут какие-то нюансы или там моменты, где будут оказывать на тебя давление, ты мог спокойно все это проходить. Декабрьские тесты в Абу-Даби, пробы сил на новых болидах, прошли для Роберта весьма успешно. Если в первый день петербуржец показал 14-й результат, то во второй стал уже вторым, уступив лидеру лишь в 0,05 секунды. Я считаю, что мы проехали хорошие тесты, как и в плане скорости, так и в плане подготовки к гонкам, потому что у нас было много гоночных симуляций, и я очень доволен так, как мы их проехали. Говоря о разнице второй и третьей формул, Шварцман отметил большую мощность, цепкость карбоновых тормозов и увеличенную массу старших болидов. А вот сами чемпионаты, по словам пилота, практически ничем не отличаются. В принципе, чемпионат примерно один и тот же, просто добавились новые нюансы в плане, то есть пит-стопы, как правильно стартовать, как правильно использовать резину, потому что резина более деликатная. Напомним, что новый сезон Формулы 2 включает в себя 12 этапов. Чемпионат стартует 20 марта в Азии, в Бахрейне. Роберт Шварцман, как и прежде, будет представлять команду «Према». Его напарником станет Мик Шумахер, дебютант чемпионата прошлого сезона.